И снова спорткомплекс «Олимпиец» принимает футбольный турнир. На этот раз в рамках открытого чемпионата города по мини-футболу среди юношей 2009 года рождения к нам приехали футболисты из Конотопа, Борисполя, Глухова, Житомира, Городни, Чернигова, Сновска, Семеновки и, конечно, местная команда КДЮ США город Славутич. В начале три групповых турнира, в которых победителями стали ДЮ США город Семеновка, КДЮ США из Славутича с разницей мячей, между прочим, 16-2, и центр спорта-фаворит город Борисполь. И в итоге в фактическом финале турнира встретились КДЮ США Славутич в желтой форме и центр спорта-фаворит Борисполь, синяя. Матч проходил с переменным успехом. Порой ребята разыгрывали достаточно хорошие комбинации. Так атаковали бориспольцы. А на 8-й минуте гол забили славутчане. Хотя, мне кажется, это был автогол. Ближе к финалу первого тайма славутчане провели отличную комбинацию и счет стал 2-0. Прошло секунд 40-50, а счет изменился. Гол забили бориспольчане. В перерыве тренеры подсказали, как нужно играть, чему уделить больше внимания, и во втором тайме вновь упорная борьба. Порой индивидуальная игра побеждала здравый смысл. Но с другой стороны, а где еще оттачивать свое индивидуальное мастерство и технику, как не в игре? А ближе к финалу матча более агрессивно играли бориспольчане. И их настойчивость принесла успех. Счет сравнялся 2-2. Так матч и закончился в ничью. В финале дружеские рукопожатия и награждение победителей и призеров. В начале торжественного закрытия наградили лучших игроков каждой команде. А потом три лучших команды. Почетное третье место заняла команда КДЮ США из Славутича. Мы же поинтересовались у нашего тренера, а почему только третий? Достаточно сильный уровень команд. Подбор команд получился такой, что это основные сильные команды Киевской и Черниговской области собрались. Вот. По нашим силам мы выступили достойно. В финальной части проиграли всего лишь 1-2 и одна игра 2-2. Но, к сожалению, это не смогло вывести нас вперед. Лучших игроков можешь назвать? Или все играли хорошо? Все играли отлично. Хотелось бы отметить Мельника Данила, то есть ребят Мишу Рубанова, которые в этом турнире сделали огромный шаг вперед и прыгнули выше головы, можно и так назвать. Лучшими игроками стали Акуленко Кирилл и Шевченко Виктор. Очень доволен выступлением команды. Приятно, будем развиваться. За второе место медали и кубок получили игроки из Семеновки. А победителями стала команда «Центр спорта фаворит» из Борисполя.
Надеемся, к следующему турниру наша команда серьезно потренируется и обязательно победит.